Привет, дамы и господа, мы сегодня поговорим на ГВшке. И напоминаю, сегодня вечером мы разыгрываем вот этого Верада. Да, Верад, фигурка Верада кому-то улетит сегодня, в воскресенье. Ну, когда вы смотрите это видео, наверняка сегодня уже воскресенье, то в воскресенье мы разыграем Верада. Да, а еще мы разыгрываем вот такую вот паладиншу. Все происходит на стримах, поэтому не пропускайте, приходите. Те, кто подписывается платно, участвуют в этом офлайн. То есть, если вы, начиная со 2-3 уровня и выше, то вы участвуете офлайн в розыгрыше, так как я записываю ваш контакт. Вот так. Так, погнали, повоюем. Чем и как. Так, против этого, наверное, поросеночка пойдем. Надеюсь, плюс 2 есть там. Да, есть. Вроде фуловые дефы. Итак. Почему не ходишь на мировую арену? Я думал, ты там нормально Черникова разнес бы. Если хочешь, ходи, Алексей, на онлайн-арену и разноси там челиков. Тебе нужно? Ходи, разноси там челиков. Удачи тебе. Так, чем мы сюда пойдем? Так, вспомним старую классику. Разнесем это классикой. Так, а здесь мы это разнесем через... Они все в имунках, поэтому, в принципе, им ничего не угрожает, кроме как... Так, ну, Сиара будет бить сюда, этот тоже будет бить сюда. В принципе, им Габелла. Ну да, им жопа. У меня вся пачка вимонки. Им песта. Даже если тут... Действительно, ведь вся пачка вимонки, то есть нам тут ничего не угрожает. А, стоп, паладинша может быть быстрее, чем мой петух, и ударить моего этого пацана. Ну, я думаю, в принципе, ему самое главное шотнуть. Так что, думаю, все будет на мази. Поехали. От морковки отказываешься? Фу, ужасно. Привет, Толя, хотел спросить, и тебе привет. Начал играть около месяца назад. Не выпало ни одного 4-звездочного монстра, не говоря о 5-звездочных. Посоветовал делать ресет, пока акция идет. Подскажи, какие монстры 5-звездочные лучше всего для старта. Знать не знаю. Можешь посмотреть гайды на всех моих, на всех персонажей в этой игре, определиться для себя, какие монстры для тебя лично будут лучшими для старта. Откуда я знаю? Их около 50 этих монстров. Какой тебе монстр будет лучше всего на старте, исходя из того, какой пул персонажа у тебя будет. Смотри мои видео на YouTube. На YouTube-канале можешь оформить спонсорскую подписку, и там есть больше гайдов для спонсоров. Пересмотри видео и определись, какие тебе мобы нужны. Тебе игра изначально дает всех персонажей, и очень легко выбить тех персонажей, с которых ты можешь фармить все. Гиганта, дракона, башню, гидру и так далее. Вот. И все спокойно можно фармить. А если ты персонажи-дрочер, то, извиняюсь, лови себе тех персонажей, которые тебе нужны. Люди в этой игре без персонажа дрочества фармят все, что им нужно. И гиганта, и дракона, и прочее. А ты сиди, жди, скажем так, нужного тебе какого-то персонажа. Состаришься, закончишь играть в эту игру, удалишь ее, да. Если весь твой интерес — это выбить каких-то персонажей, то это не твоя игра. Эта игра, к сожалению, не про лотерею. Эта игра про то, как максимально быстро и можно бюджетом все фармить в этой игре. Так, отличненько. Эта пачка управилась. Здесь у нас... Вот, что я боялся, что она сейчас, видите, сбила ХП, то есть он не получит бонуса, скажем так. Был бы он в вампирике сейчас, хотя нет. Не, он бы нахилился бы, в принципе. Так, шутаем петуха, но это единственное, вот, все. Видите, у него не фулл ХП, поэтому второй раз он не выдаст ваншот. Но этого и достаточно, потому что мы сейчас сделаем точно минус один. Видите, да? То есть Сиара получила три тычки. Ненужные, но все же. Ну и школьник сейчас завершит свою грязную работу. Так, сворую с нее эту херню. Нет? Так. Ну, он-то все равно пробивает сквозь ее непобедимку, поэтому защитится она или нет, хачапури пробьет. Жуй, фу. Фу, извращенцы. Даже маленькие девочки смотрят. Так, Акуна Матата. Можно сюда пойти. Это не цикава. Что за хрень? Какая-то фикака. Шикака! Помните, да, Эйс Вентура? Будучи в состоянии статуи, на два хода замедляет откат. Пойдем, да? Подеремся против этого говна. Еще и деф какой-то странный. Пойдем, мне кажется, надо что-то защитное максимально. Сейчас посмотрим. Ну, да, давайте. Может, он что-то интересное покажет.
даже не будем брать какую-то ваншот-пачку, а такое, чтобы что-то типа там пожить, пережить. То есть, когда я его убью, да? Да, когда он... То я себе откатываю скиллы. Но я не откачу скиллы, если я буду под иммункой, правильно? Ну, типа, ну, да, вряд ли оно работает сквозь иммунитет. Хрен там, правда. Так, чем мы сюда еще доберем? Возьмем мы сюда, давайте... О, не знаю, почему возьмем Арию. Мне кажется, она тут максимально бесполезна, но нужна. Пускай будет. И еще мы возьмем сюда, ну, либо раскол, либо еще нужно хоть какого-то... Какого-никакого, но ДД взять, потому что через Арию мы состаримся, пока это убьем. Ну, реально, я же говорю, ваши дети в школу пойдут. Коронавирус закончится. Можно взять Чичи. Опять же, не знаю, зачем он тут нужен, но... Чатик подсказывает, что без него я не выиграю. Пускай будет, да, реально. Ну, куда без него? Так, а сюда мы возьмем... Да, то, что вам понравится. Ох, точно, у меня сразу такая лампочка, бум. Да-да-да, сейчас. Вот да. Тот самый нагибаторский парень на этой деревне. Так, я вот думаю только, кого под него взять. Под баф защиты, ну, скорее всего, нам нужен будет хил, потому что тут этот говнячок хилится, эта херня хилится, у этого купол плюс хилится. Так что хил нам нужен будет. И возьмем сюда вот эту подругу, пускай будет... Так, и доберем панду, так как нам нужна лидерка на защиту плюс раскол. Ну, я думаю, сейчас будет пукана разнос. Сейчас ретеш должен пасть. Уже шишку достал, отлично. От чего ГВ зависят эти плюс 3, 2, 1 от рейтинга. То есть, если начиная там с голды и прочего, уже появляется 3, 2, 1. Если ниже, там бревно, серебро, там нету плюс 3, 2, 1. Максимум, по-моему, плюс 1, что-то такое. А тот, кто стоит... Плюс 3, тот, соответственно, закончил прошлую арену в максимально высоком рейтинге. То есть, теоретически, если ты в своей гильдии закончил выше всех раштайм в арене, то, соответственно, ты будешь топ-1 всю неделю. Если ничего не поменяли, то, по крайней мере, раньше так было. Сейчас я не знаю, может, я кого-то обманул, но, по-моему, так оно и работает. Так, давайте попробуем кинуть раскол. Сейчас с контратаки. Паскуда. Сюда с контратаки. Чатик, готовы гифки ваншот? Поехали, да, просто посмотрите. Вы зачем так смать? Витя! Ваншот! Да-да, это Витя валяется, ему пельмень лижут. Ну, короче, вы поняли. Вот, и это да, вы правильно смотрите, это Виоленте. О да, господа, и это Виоленте. А теперь представьте, если бы это было бы не Виоленте, что бы эта машина бы вытворила в плане циферок вот этих, которые там взлетали, вы наверняка перемотали этот момент, чтобы пересмотреть, да? О, да, короче, вот он, вот она секс-машина, рубящая все и вся. Да, просто, ну... Сейчас мы уже второй раз раскол не ударим, потому что вечно панда критовать будет. Так, вот так вот. Так, ну, юзаем третий скилл. 4 раза он ударит максимум. Да. И это с проком, естественно. С проком, пруком. Убей. Ну, а тебе грязная потаскушка. Да. Наваляли просто по жопе, да? Неплохо так. Так, что у нас там, бафаемся? Так, сейчас кому сольем хп? Ну, больше всего хп у Чандры. Эта херня, насколько помню, не хилится, разве что он его в вампирика денет. Давайте мы сольем хп. Блин, а он урон нанесет. Подождите, он... Да, он же наносит урон. Хотя нет, подождите, он балансит, он не наносит урон. Ну да, это же не гармония. Гармония сначала балансит, а потом наносит урон. Баланс не выводит со слипа. Не, подождите. Да, баланс не выводит, насколько помню, со слипа, а урон выведет. А у него, сейчас протестим, честно, со слипом не тестил. А ну. Не, видите? А, ну, Сиара, она сама по себе умеет выходить со слипа. Видели, да? Это скилл.
Давай еще раз. Не, странная сера. Так, отлично, раскол кинули и проквиолента. Так, убьем. Так, так, так. Сейчас хочу специально этого пацана ударить. Смотрим, да? Один ход остался до ульты. Хочу сейчас его... А, подождите, он же не в статуе. Давайте пускай походит. Может, в статую превратиться? Твою мать. Давай. Ходи. Не стану. Ладно, чатик, не увидите вы статую, он слишком быстрый у него, просто аномально быстрый. Вы видите, я просто не представляю, почему он у него такой быстрый. А ну, хильнем или снимем хп, смотрим. Единичка. Мы его хильнули. Не слипай, пожалуйста. Твою мать. Разбуди. Не слипай. О, давай в статую. Он первый скилл завязал. Простите, я пытался, ну, вы поняли. Я пытался дать ему что-то сделать, но он, ну, я не знаю, у него 5 или 10 скорости в плюсе. Ну, ладно, у него скорости там 30 или 40 было. Он вообще, то есть, за весь бой ничего не сделал. Ну, нахер такой моб нужен? Тем более, зачем ему ставить защиту? Ну, и кого мне надо было взять? То есть, раздетых мобов, чтобы он что-то показал? Типа, и так взял, чтобы потянуть время, какую-то арию, говна-арию взял на ГВ. Ладно, буй с ним. Так. Че, мы против этого бюджета возьмем? Не будем брать одно и то же. Так, неинтересно. Так, мы сюда возьмем Светлану. Давно не брали. Ну, под Светлану... Давайте возьмем... Хотя эта херня снимает бафы. Возьмем Светлану, пускай будет. Возьмем Этну и доберем сюда еще Козлика, да? А лидерка какая-то... А, вот, лидерка. Отлично. Да, пускай будет так. А сюда мы возьмем... Странный дев. То есть задаюсь вопросом, либо нахер тут Теомарс, либо зачем здесь петушок? Я не говорю, что он не рабочий, но как-то... Как-то вот что-то вот... Что-то вот... Что-то в нем не так, что-то меня смущает. Может, то, что две стихии одинаковые? Да нет. Была бы там Триана вместо Теомарса, я бы, наверное... Нет, не вместо Теомарса. Была бы там Триана и, допустим, вместо Теомарса еще Перна. Я бы, наверное, не задавал бы вопросу. А так как-то он... Бля, Кира там бегает, капец, маленький... Просто маленький слоник. Весит, блядь, 25 килограмм. Такое ощущение, будто она весит 200. Это ж капец. Бух, бух, блин, эти мелкие ножки, блин, они так гупают. Такое ощущение, будто она со второго этажа, знаете, как... Просто в аймрестлинге прыгает вот так вот и падает прям на свои пятки. Жесть, мы с Дашкой тише ходим, чем она. Бух, 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 блин, просто слоник. Так, возьмем, не поверите, Сиару. Так, доберем к ней еще нашего сегодня зафейлищегося этого говнючка. И доберем сюда еще баф на атаку и имфран. Ну, ублюдок, не подведи. Он уже засрал сегодня катку. Ну как, мы выиграли, но все же. Привет, тебе надо аккаунт? Можешь написать мне ВКонтакте, в Телеграме, Вайбере, где тебе удобно. Если ты хочешь отдать аккаунт на розыгрыш, напиши мне ВКонтакте, Телеграме, либо Вайбере. И к зрителям обращаюсь. Если у вас есть ненужный аккаунт, вы на нем не играете, или второй, третий, пятый, киньте мне несколько скриншотов ВКонтакте и сервера этого аккаунта. Или в Телеграме, или в Вайбере. Ссылки есть в описании. То есть посмотрите, добавляйтесь, добавляю везде. И, соответственно, я ваш аккаунт разыграю на ближайшем стриме. Вот такие вот. Заранее спасибо. Вот такие вот дела. Так что пишите, обращайтесь. Так, отличненько. Давай мы вот так вот почистим чакры. Так, шикарненько. Так, ну а тебе стан. Ага, нежданчик, да? Так, застанем? Нет, не застанили. Так, еще сюда. Так, бафаемся. Давай попробуем эту подругу вырубить. Застанем? Нет. Блин, жирная, очень много брони. Светка, Светка, держись. Держи удар, будь котиком. Так, давай подхилим. Блин, у них в дестрое мобы. Походу, макака в дестрое, да? Да, макака в дестрое и, по-моему, еще... Или он... Не, он был, по-моему, в иммунитете. Так. Да, макака точно в дестрое. Это к бабке не ходи. Так, сюда стан. Стан, пожалуйста. Тоже сойдет.
Агр сойдет, так, заливаем Этну. И у нас сейчас получается, у Этны, по-моему, есть ульта. Да, добиваем паладиншу. Так, и тебе привет, Лед, хорошего вечера. Так, застань. Да ладно. Так, стан. Отлично. Давай сюда. Так, Дот. Моя ты кися. Просто бубу кися пися. Тан-тан-тан-тан. Так, давай просто подхилим, нет смысла давать ход. Так, сюда караскул. Отлично. И минус, да? Так, минус этот паренек. Нет, 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 не будем 30 скилл юзать. Нет смысла, он и так стане. Стан. Так, давай раскол и успеем еще раз походить перед ним. То, что еще зальет нас козлик. Козлятинки кусочек. Так, дотик. Отлично, доты хорошо его пробивают. Так, еще подхилим. Кто там приемный? Приемные зрители или дети на стриме? Так, жух, бафаемся. Так, заливаем и минус макака. Так, пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью-пью. Боже, что Тимошенко, да, творит? Так, что у нас тут точки? Так, так, так. Я вот думаю, кого я первого буду... Точнее, кидать ли... Хотя мне выбора нет, надо кидать бомбы да взрывать панду, да? Чё я сижу, думаю. В принципе, да, закатит. Опрокидываем бомбы. И надеюсь, Сиара сейчас кинет сюда. Хотя, подождите, может петуха лучше вынести? Да, он же воскресит эту дрянь. Сейчас подумаем. По твоему мнению, какой самый лучший монстр две звезды? Чертик огненный. Так, сюда к. Да, подорвем. Давай сюда вот так вот еще. Блин, если прокнет... Че он не прокнул сейчас? Не убей, только не убей Сиару, не убивай. 21к, больно, блин. Хотя, нет, не особо больно, на самом деле. Так, умрет или нет, как думаете? Мне кажется, там вот писечка, да? Нужен дотный эксперт на стриме, который всегда скажет, да, Толян, такой монокль поправит, скажет, да, Анатолий, тут гарантированно. Не, вроде бы сдохнет. Чатик, не дай боже, он не сдохнет, я же найду вас, блять, я, сука, я приеду к вам домой. Я, блядь, найду вас, вашу мамку, всех найду, блядь. Я не рассчитывал, что он вот так вот обгонит и как-то... Не, в этот момент надо вот это вставлять. Почему опять Сиара? Так, сюда-ка. Так, у Фран, по-моему, есть сейчас ульта, да? Надеюсь. Прок. Сюда. Вот сюда. Так, ну и бомбы точно хватит. Поэтому можно смело бить сюда. Ой-ой-ой. Так, хилим. Прок, будь котиком. О, привет, панда. Давно не виделись. 27 тысяч хп у панды? Чувак, у меня в плюсе 26. Не считая зданий, ГВшных, обычных и прочего. У меня в плюсе 26 тысяч у панды. И типа, да, кто как одевает свое говно. Свое говно. Вот. Ну, типа, Джокер все равно может замесить. Поэтому давай вот сюда, чтобы уже прям гарантом минус 2 сделаем. Так, отлично. Бафнем. Я надеюсь, Сиара может еще до одной бомбы доживет. Тихо-тихо. Малышка. Так, отлично, доживет точно. Сейчас он, скорее всего... Бля, будет бафаться или нет? А у меня все равно нету взрыва. Оставим, засейвим. Неизбежную гибель. Ага, неизбежную, если бы ты бомбу кидала. Во, чуйка, стан. Вы поняли? Так, еще хилим. Кидаем бомбалейку. Так, у бомбера сейчас будет бомба. Нет, не будет. Ф-
Фрост уже делает, да? Взрывать будем? А мы кинули бомбу без бафа на атаку. Не, не будем, так неинтересно. Три стана подряд, что творит? Просто демон, да? Ну, короче, взял бомбера, чтобы он с руки просто станил, понимаете, да? Новый вид бомберов. Станет не с бомбы, а с руки. Просто с руль. Красота, лепота. Да, вот такие дела. Да, кстати, вот, развиваю аккаунт. Чувачка, покажу вам еще это. Мы сегодня прошли 70-й хард на этом аккаунте. И напоминаю, что если вам интересны руны, я, кстати, добавил в альбом. Если вы не знаете, что такое альбом, напишите мне ВКонтакте, в Телеграме, в Вайбере, что такое альбом. Вдруг вы не смотрите стримы или там новичок на канале и не знаете, что такое альбом. Альбом — это коротко. Грубо говоря, все мои монстры плюс Википедия по этой игре в одном месте, то есть ВКонтакте. То есть если можете создать фейковую страницу ВКонтакте, если вы не особо там пользователь контакта, и получить доступ к альбому. Там есть вот эти персонажи, рекорд этими персонажами 42 секунды на гиганте. То есть я не говорю, что это бюджет абсолютно или прочее там, хотя, ну, Люшен и Амазонка не бюджет, могут долго не падать. Но вот этой пачкой 42 секунды. Зафулить всем скиллы, ну тут кому зафулить, Люшену осталось дофулить скиллы, плюс 10 уровня здания, и этой пачкой можно сделать 35 секунд наверняка. Астаты, руны и так далее, можете посмотреть в альбоме. Точно такая же пачка подобная на 10-м драконе, только здесь ведро лидером. Переодел его недавно в Виолент, и эта пачка с рекордом минута 12 или что-то такое. Но иногда, иногда фейлит. Но когда переодел ведро через Виолент и сделал ему 80 плюс скорости, пачка, ну допустим, за всю ночь не зафейлила ни разу. Может, мне повезло? Да, я буквально 2 дня как переодел. В первый день пачка раз зафейлила, на второй день ни разу не зафейлила. То есть раньше без виолентового ведра пачка фейлила где-то раз в 15-20 заходов, ну точно, вот эта пачка. Ну так как амазонки здесь рановато еще, скажем так, быть. Но как только я подточил руны, подкачал здание, то пока что за фактически сутки эта пачка ни разу не зафейлила. Буду сегодня еще тестить, пару часов поиграю после стрима и утром, когда проснусь, буду тестить. Ну и наверняка в следующем видосике вы узнаете, зафейлила эта пачка или нет. Короче, коротко, она фейлит наверняка, но не так часто. То есть, если она у вас раз в сутки будет фейлить, согласитесь, будет заебись. Ну, типа, блядь, я бы на Аракисе даже не удивлялся, если бы там зафейлила. Ну, на Аракисе я уже 1.5 года не фейлю на драке. Так что нормально. Вот, и, соответственно, эта пачка достаточно быстро фармит. Так что советую альбом, в альбоме есть вся информация по этой игре. Тем более альбом вы, если раз получили, вы его получаете, ну, навсегда, понимаете? То есть один раз и на всю, скажем так, жизнь, пока вы сами не удалитесь у меня с контакта, либо еще по какой-то причине. Так что советую альбом. Огромное спасибо тем, кто смотрел это видео. Приходите на стримы, стримлю каждый день и на Твиче, Бравл Стар стримлю, и на Ютубе стримлю Summoner War. Так что приходите, заходите, поставьте себе колокольчик, уведомления. Жду вас вечером в чатике. Пока-пока.